В нашем саду в Тревизо у нас есть оливковое дерево. Этому дереву 300 лет. Вы можете видеть жилки листьев, структуру дерева, как оно развивается. Вы хотите обнять его, вы хотите рассказать дереву, как сильно вы его любите. Дерево разговаривает. Дерево говорит вам: «Смотри, я живое». Я очень люблю это дерево. Я очень привязан к нему. Мы посвящаем ему очень много времени и внимания. Это дерево – одна из самых важных вещей в нашей жизни. Оно – часть нас. Оно – часть нас. Оливковое дерево – это как наш бизнес. Ствол оливкового дерева прочный. Он обеспечивает силу ветра. Мы делаем то же самое с нашими предпринимателями Forever. Мы помогаем им обрести силу и храбрость. Когда я нахожу кого-то слабого и неуверенного, я люблю напомнить им. Каждое огромное дерево когда-то было маленьким. Оно выдержало сильные ветра и плохую погоду. Но кто-то всегда заботился о нем. Развивая наш бизнес вместе, я увидел в Ане невероятные лидерские качества. У нее есть потрясающие организаторские способности, а также умение и желание помогать другим расти и добиваться успеха. Делина превосходен в своей работе. Он вкладывает в нее столько страсти и энтузиазма, столько преданности и самоотдачи. Он действительно прекрасный лидер. Люди любят его, а я просто обожаю его. Меня всегда переполняют эмоции, когда он общается с людьми. Мы первопроходцы бизнеса Forever в Италии. Мы с любовью занимаемся бизнесом уже 20 лет. Благодаря Forever сейчас у нас есть свободное время для того, чтобы проводить его с теми, кого мы любим. Благодаря Forever у нас сейчас есть свободное время, чтобы проводить его с нашими детьми и внуками. Когда мы все вместе, нам так весело. Это замечательное время. Я Анна. Я Аделино. Вместе наши корни становятся сильнее. Вместе мы Forever!